Никто не бежит. Я-то думаю, сейчас побегут. Я на бег даю вперед. Ход. На ход, да. На бег. За сеткой. Я даже не думал бы. Вот так я смотрю, вообще четко. А так сетка мешает. Да? Она прям перед глазами же. Она часто повторяет. Что-то позапрошлое было, что-то я...
Что-то, какой-то день я не снимал, там пацан его снимал. Он за сеткой снимал? Нет. Я пришел с Колей, ну, просто посмотреть, с Лешей еще. Две игры поставили, за... что-то говорю, вот поехали, говорю, хоть... уже не, мне охота, говорю. А так чисто стоит просто. Ну я даже не думал, всем учиться. И второе, ну как же выходишь на поле играть, на середине стоишь, кажется нормальное расстояние туда и туда. А когда сам бежишь оттуда туда, уставший, в защиту, вот это капец. Да. Я не представляю, как они на большое поле играют. А я с которыми играю, они вообще быстро. На втором день. Я, допустим, часа полтора играю, потом а они уже минут 20 стоят. Счет 1-1, они уже устали. На втором не играете? Это как стритбол играть каждый день, а потом выйти в баскетбол поиграть на все поле. Да. Особенно в автомобилисте. Не играют? Играем на набережной. Нет, в автомобилисте. Нету? Зимой. Там же виллу рядом, что рядом построили виллу? Нет. Что? Здание. Теннис. Напротив? Не, рядом прям. Между Бентау и автомобилист. Прям там. Не видел. Одноэтажный? Двух. Уже полностью застекленное уже все. Уже функционирует? Нет. В ноябре откроют. Короче, на первом этаже будет настроен теннис. Вот так это бьют, штрафной защитник стоит. На первом этаже будет настроен теннис, а на втором типа тренажерка и типа кафе. Спасибо за бизнес. Стенка вверх стояла. Надо было сместиться влево. Вратарь должен настраивать стенку. Но... неправильно поставил. А я вот только с пацанами играю, обещаешь? Нет. Тренер должен. Это годы нужны. Годы нужны хотя бы. Да какой годы? Хотя бы полгода. Годы не. Плюс еще практика нужна. А, это уже вообще сложно. Где-то не участвовать надо с кем-то. Да. Повторили. Как мы раньше вот в школе настольный теннис играли между собой. 3-4 года играли. Аут! Потом нас вот это позвали в Пахомово, в Байентау. Мы всем проигрывали, всем. Мы привыкли друг к другу. А там каждый человек по-разному. А там каждый человек по-разному играет. Вообще. Неожиданность, да? Да. Как фильм выдаст, да? Практика нужна с разными людьми. А между собой мы играем вообще идеально. Все знаем. Я ему говорю, денег нет, говорю. А я что сказал? Вчера пришел. Деньги не главное, пацаны. А сам все равно стоит и ждет. Да? Ну, все нормально, снять не было, это только. А средний толк по часа 3, да? Свадьба была сегодня 4 часа. И родом час. 5 часов считаю. Вот вам. Свадьба по 8. Походкали. 4 часа. Бывает свадьба, что у одного того же человека? Вчера 40 получил, сегодня 40. Бывает такое? Свадьба была, а потом через 3 года опять вон. На свадьбе? Нет, у тебя нет, заказывают. Свадьба, там разводится. Да, я опять у тебя заказываю. За всю жизнь. Потом в угол смотрит, там. Да ладно. Короче, анекдот на цене. Не, реклама. Да, реклама. Лимузины. 8702. Такой логотип видит. Я ссылку оставлю. Ссылки в описании. В верхнем правом углу.
По промокоду Игорёк, Качуха, блядь, 10%. Иди, Мара, Мара! Мара! Кайсар, да? Это Борис. Не, Борис, я вижу, а вторая. Кайсар, да. Эти сегодня Успенко проиграла. Да, я видел. 2-0 вела. Еще проиграли кому-то. Я спорить должен быть. Жертык, да. А север, как северок, как? Выиграли? На севере игра интересная была. А с кем они? Они с Сасовской молодежью. Балашаков. Там столько на просе... Только вратарь вытащил у севера. По сигналу будем, по сигналу. Отходим, шаг назад. 3-2 или 4-2? 3-2. Ну, вообще классно играл. Интересно. Моментов столько было. У Балашака в конце вообще момент был. Вы футбол играете? А, и вот этот промеж я сказал. Я его на шинке накачал, и не играли мы. Он лежал. Прям хорошо я накачал. И вот он ночью начал. Там видишь, он был по фотографии очень. Низ рынка. Ну вот. Он зашел, говорит, ну, сам не дешев. А, ну вот. Вот это и есть он там, такие разошел. Хорош! Нет, еще есть. Они же пробивают, как сегодня мяч, вчера мяч пробивают. Обсетку? Да. И все требуют хороших мячей. Хоть за 100 тысяч покупать, если он обсетку пробьет, а что бывает в качестве, правильно? Разница тут нет. Я еще помню, когда я здесь корт. Советский корт, да. Стоял. Потом с рыбу брали, шейпинг сделали, ну, вот. И вот залили. Вот залили. Готов. Потом уже зонт растерили. Поняли, что вот эти деревяшки не уже не спасут. Потом вот это все. Щебень. Щебень. Много щебня. Потому что, видишь, бугор. Здесь была не зима, они подняли, вырвали. Я же такие проектирую. Я же по строительству такие же проектирую. Ну там технология еще должна быть круче. Не, ну конечно, 13. Сам он не круче. 21 штука, на асфальт постелили. Потом мы здесь постелили. Буквально за год весь вот так сделался. Не приклеили ни хера. Между собой, да. И он вот так... Я так ходил мимо, смотрю, и буквально год. Потом вот этот сделали. Но здесь уже просто мое. Я ж на 21 школе, блядь, каждый тренировку подъезжал. Вот такие крошки. Правильно. Да, я лопатой раскидывал. Ладно, что это, пипец. Все разлетается. По большему счету, там расчесывать надо, хотя бы раз в месяц. На наши пол!
По сигналу будем, отходим.
Самое популярное. Черную можно? Да. Черную мало кто делает, пожарку в ней. Ну солнце. Заказано черный цвет на 1 градус. Чем белый? Реально? А если сравнить синий и черный, он одинаковый. Не, почему вот машина черная типа больше нагревается? Сравнивай черную и белую машину. Разница 1 градус. Один. Ты его не заметишь. 3-4, какая разница? Ну да. Там и там. Никита, проверь, Никита! Ванек, чуть-чуть корпус напрягай. Отворот! Давай, 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 давай.
Там нарушение правил. Да не трогай его! Один, пути, два, назад, пути! За спиной, один, за спиной! Отворот! Сам, Витя! Лево, 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 лево. Раз, два. Сань. Я такой. Давай, давай, давай.
Кто слева? Уходи, уходи, выше, выше, выше. Ну, залезть на верхку. Между какой секцией? Если большие секции считать. Где вторая же? Ой, третья. Либо предпоследняя, либо предпредпоследняя. Скорее всего, предпредпоследняя. Вова, двигайся! Вова, туда наоборот! Хорошо, красавчик. Лево, лево.
Отворот играем! Отворот! По сигналу, отходим, шаг назад. Залез на гараж, по гаражу прошелся и вот так его взял. Ну. Так не достал. Он между трех веток застрял, вот так. Другой тоже улетел. Трясти будешь, не достанет. Все, давай. Все, пока. Ты мяч снял еще? Что надо? Что такое? Ешь, мяч даст. Я тебя отворачиваю, он взял. Какой?